Друзья, всем привет. Так. Что я убрала? Там было. Так. Придержать? Не-не-не. Раз. Хорошо. Вот так пускай. Да? Все, друзья. Тигр убегает уже. И заяц на его место прибежал. Друзья, вешаем сюда календарь, потому что удобно. Ну, хоп, какое число там записали, все, 5-10. Ну, следить, что кому-то, может, какую-то процедурку сделали. То есть, поэтому календарь по-любому. Купили новый в квартиру один. И сюда тоже один новый купили. И еще, друзья, этот уже убежит в печку. Всех хочу поздравить. Кто, может, сегодня будет смотреть этих, ну, вас с наступающим. Кто завтра, уже с Новым годом, друзья. Ну, вы знаете, я желаю только, чтобы было здоровье. А все остальное, это, как сказать... Это все человеку под силу. Но сейчас еще в мире творится все. Хочу всем нам пожелать мирного неба, чтобы все было здоровье и мирное небо. Все, больше никому ничего не нужно. У нас, видите, света нету. Но, друзья, днем я генератор не запускаю. Потому что, ну... Светло, видите, окон предостаточно. Да, может, здесь немножко и темновато, но вот где поросята, где, как сказать, где, ну, животные, там более-менее светло. Поэтому. Всем привет. С Новым годом. Да, всех с наступающим. Катя тоже поздравила. Мы вас всех поздравляем, друзья. Потому что всем спасибо, нам пишут и на Вайбер шлют там. Ну, короче, друзья, всем огромное приятно. Спасибо. Очень приятно, да. Все равно, знаете как, мы хоть и... Да, я думаю, все так сейчас думают, что... Да, приготовим там несколько салатиков. Ну, мы так и сделали. Катя сделала оливье. И что еще? А, вот эти вот со шпротами греночки. Ну и мясо. Мясо мы купили. Свинины заквасили. Пожарим. Пожарим шашлычков. Володя покушал. Друзья, кашу спрашивали. Обязательно. Вот эти вот все суповые наборы. Мы такие, ну, хребты. Там этот. Кости, которые мы там, допустим, не едим. Со свиней много у нас еще. Мы все делаем, собакам отдаем. Ну, собакам, котам кашу одинаковую варим. Пшеница и ячмень. Все, и вон, они кушают с удовольствием. И даже Баксик с удовольствием ест. Хотя ему тоже...
Хотя дома никогда он не будет эту кашу. Да, дома не ест. Вот в сарае, помните, как я вам это рассказывал, как наша мама делала по-хитрому. Вот это и нам надо. Мы его сюда придем, наестся тут молока. Дома молоко тоже не пьет. Может, даже некоторые люди написали, что оно здесь парное. Может, даже из-за этого, друзья. Вот, кошечкам и корм кидаем. Короче, все. Друзья, еще спрашивали, почему я не сделал в корыто. Вот смотрите, они бывают просто подойдут туда и играются. Если будет над корытом, я из-за чего так говорю, потому что я знаю, у нас рыжуха, у рыжухи была поилка вот здесь. Потом я ее сюда перевесил, вот она. Потому что постоянно вот это вот корыто все полное, и оно там... ну, вот я вычистил, все равно, ну, как бы не сильно оно там оставалось, влага. И оно вот это там запах иногда был такой, как канализация. Поэтому я этим тоже сюда повесил. Потому что они попили, бывает поиграется, и вот оно, водичка сбегает, сбегает. Вот такой желобочек сделан под этим и вот туда в канализацию. Поймала архаровца? Володя переигрался. И все, друзья. Поэтому, да, вот где здесь не получается, допустим, вот здесь поилка, видите, в корыто была, но, как сказать, все равно это неудобно. Но туда, там корыто, там зерно, они выедали это все. А вот если сделать чисто, чтобы отдельно было, то у них там будет постоянно лужа, рыжуха, вот я помню, туда вот так голову пыталась намочить, когда жарко. Так что такие дела. Все. Там можно туда вообще ничего не ложить, жасминки. Она вот здесь вот только кушает. Мне нравится. Так что, друзья, вот такие вот дела. Видите, отопление... Никак. Ну, уже в новом году будет. У этих немножко темно, но, друзья, я уже говорил, здесь, видите, когда не было ни забора, нигде ничего, ну, полностью сараи еще не были наши, я залаживал окна и оставлял вот такие вот маленькие. Видите, даже на вот этих маленьких я ставил решетки. Ну, потому что не было ни собаки вокруг, нигде ничего. А сейчас тут, как бы, я уже хочу, вот, допустим, вот дверь, видите, я сделаю, как и, ну, как и там везде, чтобы был свет, допустим, сюда. Вон, видите, одно я же переделал, вот это, ну, чтобы более-менее светлее было. Вот это надо, вот дверь тоже переделать. Но это все будет, друзья, в следующем году. Маркиз. Любитель пообщаться, да? Ну, друзья, сейчас мы посмотрим. За этих мы тоже решили уже в новом году, друзья, сделаем. Ну, по поводу, кто курочка, кто петушок. И решили мы всех объединить там. Мы, в принципе, знаем, кого оставляем. Вот, смотрите, раз, два, три, четыре. И где еще? Вот они все уточки. Вот беленькая. А, и вон еще одна. Беленькая. Раз, два, три, четыре, пять уточек мы оставим. И вот этого уточка. А всех остальных будем убирать. Ну и... И с этими тоже потом разберемся. Там нам написали совет хороший. Видите, друзья, говорят, ну, многие, да ты все равно не прислушаешься. Я же... Еще раз хочу сказать, если совет хороший, дельный, то я обязательно прислушаюсь. Вот написали нам по поводу той курочки, что с крылом, обрезать. Да, мы обрезали, и как-то все равно перо по земле, оно иногда там болтается, намокло. Все равно оно вес какой-то имеет, поэтому мы обрезали, и ей немножечко лучше. А ну-ка, не, она боится меня, мы тут ловили с Катей, курочка. Вон она, видите, ходит. Ну, крылышко у нее опущено. Что-то у нее случилось с крылом. Ну, я не знаю.
Повязку говорили какую-то. Я просто не могу понять, даже не представляю, как ей сделать повязку. Ее все начнут клевать, может, из-за ей еще хуже будет. Я думаю, все будет нормально. Так что такие дела. После Нового года все мы этот и уже, друзья, объединим и курей. Ну, не объединим, вот эту дверь открою. В гнездах там все поубираем, новую солому постелим. То есть здесь все равно, друзья, в этом загончике теплей, чем здесь. И куры уже будут прятаться. Поставлю им тут, а тоже вот такой вот с бревнышек. Ну, мы так с Катей посоветовались, думаем, сделаем, объединим их в одно место. И туда, сюда воду вообще ставить не будем, в эту половинку. И здесь будет идеально сухо. Ну, вот как примерно здесь. А вода будет здесь стоять, в середине. Проще и сюда сразу принес ведро и... Опа-на. Да не трогаю я никого. Да не... Ладно, все, ты глянь, ругайся. Гляньте, как взъерошилась. Да ухожу, ухожу. Ты глянь, какая. Все, 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 все. Так, а ну, друзья, пойдемте. Давно мы на улицу не выходили. Я, если честно, туда тоже. Туда я тоже уже давно не выходил. Что там у нас? Посмотрим. А ну-ка. Вот кукурузы здесь полно. Петух стоит, как царь горы. Вот так. Скруджик там. Вот белая утка. Вот пепельная. Ну и две вот эти коричневые, друзья. Надо им сюда воду поменять, наверное, сейчас. Я сюда, если честно, тоже уже давно не заходил. Вот гляньте, гляньте какой. Прям в наглую сидит тут и есть. Ну, пускай едят. Тут-то всем хватит. Ну, друзья, с этой кукурузой я бы все равно ничего не сделал. Я так и планировал ее отдать уткам, курям. Они ее потихонечку. Ну, здесь было где-то полмешка. У меня еще полмешка есть. Ну, когда они вот это поклюют, я остальное тоже высыплю им. Ракушняк у них тут есть. Я иногда, ну, бью. У меня еще есть, если что, большие камни. Я специально сохраняю их, чтобы, как сказать, ну, было. Я знаю, что ракушняк им полезный. Вон там песок мокрый. Ну, снег был, все, мрячка. Короче, все тут понамокало. Ну, хотя сейчас, честно сказать, тут еще более-менее нормально. Так что такие дела, друзья. Все. Еще раз всех поздравляю с наступающим. И уже кто будет смотреть завтра, с наступившим Новым годом. Желаю здоровья и мирного неба, друзья. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.